друзья, мы находимся в центре города Марселя. Согласно многих изданий, Марсель называют городом мечты. И вот мы сегодня идем, гуляем по Марселю. Да, Виктор? Да, есть такое дело. Привет. Еще здесь снимали фильм «Такси». Да? Как настроение? Очень классно. Я тоже думаю, что классно. Сейчас мы посмотрим, что из себя представляет Марсель, его набережная. И купим прованские травы, которые заказала моя супруга. Потому что мы находимся именно в Провансе. Very good! Я представлял себе Францию. Центр города Марсель. Привет! Мы находимся на набережной. Здесь очень много красивых яхт, очень много красивых строений. Какие дома! Какая архитектура! Супер! Привет, друзья! С вами Сергей Столбов. Веду свой репортаж из Марселя. Говорят, Марсель – это город мечта. Действительно, красивый город, очень много яхт, красивые магазины, очень много интересных людей. Они такие довольные, счастливые, спрашивают, как Марсель? Хорошо? Хорошо! Супер! Классные ребята тут. Очень много говорят на русском языке. Вообще, путешествовать и видеть мир со всех сторон – это так здорово. Это свобода, это состояние счастья. Ребята, будьте и вы счастливы. Подключайтесь к нам, давайте делать этот бизнес вместе, давайте делать этот мир чище вместе. Компания Forever Freedom International помогает защитить окружающую среду от того, что делают с ней заводы, автомобили, предприятия. Мы сегодня можем внести очень много. Спасибо. С вами был Сергей Столбов. Внизу есть ссылочка, подключайтесь, подписывайтесь на мой канал и посетите обязательно мероприятие, на которое я вас приглашаю. Железной. Туристы балдеют, катают. Горит. На каких ходулях Левушка. Прикольно. Он даже не один. Такие трамваи в Марселе. Забавно?
Поехал трамвайчик. Поняла, где мы? Так мы идем по улочке Марселя к храму. Большой красивый храм. Интересно, как он называется? Сейчас его близко посмотрим. Круиз продолжается. Мы только что, совсем недавно, отошли от города Марсель. И вот такой Марсель. Такая замечательная Франция с борта корабля. Если вы видите, то на холме возвышается главный символ Марселя, Роттердам де Мари. Большой красивый город. Мы были в самом центре, нам очень понравился город. Так что мы рекомендуем там побывать своим друзьям и близким. Такие круизные корабли один за одним отходят и идут друг за другом. Мы видим сейчас в одном кадре сразу два таких круизных корабля. Прикольно. Сегодня был замечательный день, а сейчас у нас будет гала-ужин вместе с руководством компании. Иду собираться. Всем счастливо. Пока.